за затримання. Затримання мікроавтобус під'їхав і ви сидите на такий чоловік. На самом деле я просто шла, переходила дорогу, увидела, что студенты идут, и я уже с той стороны увидела, что за ними идет с двух сторон ОМОН. И, ну, просто еще раз повторю, что они на самом деле дети, и они когда подходили сюда, они говорили, что нам очень страшно. Вот они шли через переход и говорили, нам страшно. Но было понятно примерно, чем это закончится, но на самом деле это ужасно, когда у нас посреди улицы людей тянут по асфальту, и более того, ну, как бы не... совсем детей. Возьму смело сказать от студенческого сообщества, все действительно хотят перемен, и в том числе именно среди молодых людей. На самом деле всякие новости о том, что многие хотят уезжать из страны, действительно, на самом деле, если у нас будет свобода слова и все остальные конституционные и гражданские ценности, то молодежь захочет оставаться в этой стране, обучаться в этой стране. ББИ это когда-то была моя альма-матер, но 40 лет назад мы не были такими смелыми и честными. Студенты это сейчас самая незащищенная часть нашего общества, поскольку их в любой момент могут отчислить из университета без всяких на то оснований. Я хочу, чтобы мои внуки были свободными и не боялись. Поэтому я тут и всех призываю, неравнодушных, пенсионеров, бывших студентов, поддержать нашу молодежь. Она действительно честная, умная. Я горжусь. Молодцы, ребята! Боевой настрой, перемен хочется. Стыдно дальше жить. 20 лет, 26 лет мучились. Ну сколько можно, в конце концов? Молодые более решительные. К сожалению, из моего поколения очень немногие выходят. Я думаю, что это генетическое чувство страха от родителей, от всего. Но они выросли другими, и это здорово. После Окрестина, Освенцима, я ничему не удивляюсь. Я там была, навещала друга, у которого там был сын. Это концлагерь. Это страшно. Такое впечатление, что страна поменялась за 2 дня. Фашисты откуда-то взялись. Вот против фашизма и вышли. Саша, ты отчислен! 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 У меня нет занятий сегодня, да, то есть у меня в этом плане абсолютно чистая совесть, да. Мне не так страшно, мне больше за них страшно, если честно. Ну, это дети. То есть я удивляюсь, почему все-таки администрация такую позицию занимает. Мне кажется, они груди за них должны стоять. А в каком университете вы работаете? В педагогическом. Наша администрация говорит, не призывайте студентов ни к чему, я бы сама не стала, но если они пойдут, я буду с ними. Мы хотели поддержать колонну, ехали к вам вот с флагом, и ГАИ были здесь, они нас увидели, сразу же остановили, ну и нашли до чего докопаться. И вот сейчас папе выписываю штраф. Я у них спросила, если бы я с флагом не ехала, вы бы нас остановили? Ну и он сказал, что, ну, промолчал. Я преподаватель по образованию, преподаватель английского и итальянского языков. Здесь Иньяс, который сегодня
скажем прямо так, очень сурово разогнали. Туда приезжал министр иностранных дел Маккей, по-моему, он тоже выпускник ИНЯЗа. Как всегда, вода, 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 ничего конкретного. Я хотел приехать возмутиться лично Владимиру Маккею, не успел. Вот это прекрасное движение студентов. А студенты, мы знаем, это наше будущее. Студенты – любая движущая сила любых изменений и перемен. Поэтому я здесь и пойду. Вот куда зовут студенты, туда и пойду. Начали бежать, падать под ноги. Подъехал, да, бус подъехал. Люди начали падать под ноги. Людей начали бить, и мы сейчас не можем найти своего брата.
На самом деле очень много человек очень забрали. Мы стояли, нас девочки полностью защитили. Волоком, как в земле, как обычно. Там девочки падали и все равно забирали. Честно, я уверена, что студенты продолжат выходить, потому что... Ну, как такое возможно в нормальной стране, когда рядом с тобой собирают людей? Мы с девочками тут буквально прицепились к этому забору, когда людей забирали с нами. Мужчина стоял, к нему тоже подошли его. Ну, он согласился сам уйти. Я понимаю, что если бы... Он не согласился, его подтащили, может, кого-то из нас забрали. Я верю в наш народ, и я верю в то, что мы будем продолжать выходить. Я верю в наших студентов, они всегда очень активные. Живи, Беларусь!